В рождественские дни церковь в своих песнопениях утверждает, что в мире воссиял свет разума. Книги – это его отблеск, поэтому неудивительно, что именно в праздничное время святок в Царском селе решили открыть выставку староцерковной печати. На открытии побывала наша съемочная группа. К такому событию в Царском селе готовились тщательно. Отбирать материал для представления в экспозиции было нелегко. Очень давно стал формироваться фонд русской книги церковной печати. Вот при благочинии есть библиотека. Вот, и благодаря, значит, прихожанам, просто добрым людям, вот эта библиотека формировалась. То есть люди от чистого сердца несли книги, старинные книги в библиотеку. Таким образом сформировался довольно большой фонд старой книги. Однако на выставке можно было посмотреть лишь 38 изданий. Приглашались светские специалисты из Российской национальной библиотеки для тщательной проработки логики экспозиции. Последним такая работа пришлась по душе. Это мой личный интерес в том плане, что, в принципе, старинная книга – это такая тема, которая не может оставить, мне кажется, вообще равнодушным человека, интересующегося историей России, культурой России. Соответственно, с радостью взялся за эту работу. И вот настало время открытия. Приветственные речи, маленький концерт хора Санкт-Петербургской духовной академии. Все это – теплое открытие, тщательная проработка экспозиции, профессиональная обработка материала – помогло получить самые хорошие впечатления первым посетителям выставки, среди которых были и строгие эксперты музейного дела. Те книги, которые здесь, это книги, которым, как правило, более 100 лет, и по которым мы можем посмотреть традицию русской церковной печатной книги. Это очень замечательно, такие выставки очень нужны и важны. Я хотел бы сказать о том, что очень удачно было выбрано время для того, чтобы эту выставку увидели люди, потому что Святая Неделя, Рождество – один из самых главных 12-х праздников Русской Православной Церкви. У людей настроение праздничное, и эта выставка, она только подчеркивает такое доброе и праздничное настроение. Но самое главное, на выставке создается неповторимая атмосфера соприкосновения со святыней, с истиной, благодаря чему она может служить и миссионерским целям. Вот древняя книга – это произведение, церковное произведение, и она олицетворяет собой, наверное, вот ту духовную мощь, которая откликается в наших иконах, в наших храмах.